Сегодняшняя тема, которую мы затронем и будем обсуждать, это подготовка к чемпионату мира 2018 года. Время летит, и наша задача подготовить 17 тренировочных баз. Для этого мы вместе с федеральным бюджетом реализуем программу, которая направлена на приведение в порядок в соответствии со всеми необходимыми стандартами тренировочных полей, а также инфраструктуры. Думаю, точнее уверен, что мы с этой задачей справимся. Еще одна тема, которую, я не знаю, нужно ли касаться под камерой, но вместе с тем. С 24 июня мы запланировали выпускной вечер для всех школьников, для выпускников 11 классов. Их у нас порядка 30 тысяч человек. Мы разослали соответствующее приглашение, и директора школ на последнем звонке зачитали приглашение. Конечно, это участие абсолютно добровольное. И если кто-то не хочет, у кого-то свои планы, какие-то удаленные районы, считает эту поездку затруднительной, то ехать никуда не надо. Пусть приезжают только те, кто хочет, пусть приезжают только те, кому это интересно. Мы составили содержательный сценарий и хотели ребятам подарить самые яркие воспоминания и, конечно, знаки внимания. Знаки внимания директоров школ, где они учились, родителей. Ну и мы тоже постараемся передать в этот день свою заботу и свое внимание выпускникам. Поэтому прошу вас, Наталья Сергеевна и Ольга, провести соответствующую работу и разъяснить всем тем, кто испытывает какое-то неудобство, ехать совсем не обязательно. Только по желанию, только если есть настроение, если есть на это время, и такое решение класс примет.